Физкульт, привет! Друзья, ученики и просто случайные зрители. Сегодня интересное, мотивирующее и для многих служащее примером видео. Сегодня я вам покажу историю парня, который, приседая со штангой 260 кг, сломал позвоночник в трех местах. Через 6 лет после этого события еще его сломил один недуг, очень серьезно, это болезнь Бехтерева. Кто не знает, это такое состояние, когда иммунная система разрушает свои кости, суставы, позвонки сращивает между собой. На самом деле, не дай бог никому и врагу такое не пожелаешь. Но наш герой не сдался, он продолжает тренироваться, даже стал мастером спорта по пауэрлифтингу и жиму лежа. И работает инструктором. Поэтому, друзья, давайте поддержим парня лайком, напишем добрые слова в комментариях, поделимся данным роликом в своих соцсетях и обязательно заходите на его канал, ссылочка будет в описании к ролику. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нужно поддерживать таких людей, потому что они служат примером для нас с вами и для тех, кто просиживает дома жопой, продавливая диван, сосет пиво. В общем, друзья, однозначно человек достоин уважения, как минимум. Именно как спортсмен, как человек с железной волей, с остальным характером. Лично от меня огромный респект и уважуха. Надеюсь, друзья, вам понравится данный ролик. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал, просто хотя бы даже для ознакомления. Открытый чемпионат Украины по жиму лежа. Тогда я пожал 170 килограмм. В довольно-таки серьезной борьбе я смог составить конкуренцию Игорю Гриценко, Виталию Быковцову, очень сильным жимовикам. И я победил. Расслабился так вот. И на руку ногу подавай, поворачивай. Лариса, чтобы вес был видно. Держи тебя. Держи. Сильно? Нет. А ну пускай. 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 Три. Сейчас мы. Тридцаточки, поразгибаемся. В 8 утра все качают. Вставайте все на тренировку. Хорошего дня. А я пошел. Несложно. Но попробуем. По 20 килограмм взял. Да, силушка сливается, когда не тренируешь. В общем, завершающий как-то брусьев, башкой стукнулся, но не страшно.
Хорошо. По 55 на руку. Поехали. Опа. Шесть повторений. Прекрасно. Самый наш враг — это крепатура на мышце. Ее всегда нужно избегать, помните. Крепатурит — значит разрушаетесь. А многие говорят, что болит — значит растет. Полнейший бред, люди не знают физиологии. Вот хорошо. Видно спинку, Оксана? Да. О, достаточно. Аккуратненько. Медленно. Спускай. Ну, в принципе, неплохо. Второй вид отжиманий, когда мы беремся хватом на ширине плечей и стараемся локти не сильно прижимать к корпусу и не сильно разводить, то есть так, по среднему работаем. Немножко разводятся они, но совсем незначительно. То есть вот этот вот вид отжиманий, в нем чувствуется середина грудных мышц, чувствуется передний пучок дельтовидных мышцы, и предплечья даже хорошенько забиваются за счет статики. Раз, два, три. Опа! Быстроковки чисто с паузой. О. Разочек. Вот так, друзья. Есть? Издевается Алина, да. Повисла? Нет. Стой. Повисла? Да. Время не доверяю. Все хорошо. Блин. Держи, держи, все хорошо. Let's go. Получили море позитивных эмоций. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас каналу.